Ура, ура! И наконец-то лето в самом разгаре, и море стало еще теплее, и началось паломничество на Казантип-2006. В этом году программа «Музыкальный инстинкт» со своими друзьями из проекта «Sweet DJs», как всегда, отдыхала в Оранжевой Республике и наблюдала с помощью своих видеокамер за всем происходящим вокруг. В этот раз мы решили расширить рамки и показать, как ведется приготовление к открытию, и съемки начали прямо после обеда. И самое первое, с чем мы столкнулись, это была гид-бригада по борьбе с наркотиками, у которой мы, естественно, решили узнать, а есть ли наркотики на Казантипе. Первые две фразы участника акции звучали на русском, а далее собеседник почему-то перешел на родной украинский. Видимо, решил не палиться. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Добрый день. Я первый заступник начальника департамента МНОН МВС Украины, подполковник милиции Башта Иван Иванович. А чем вы занимаетесь здесь, в республике Казантип? Значить, ми сьогодні проводимо акцію, яка спрямована на профілактику вживання невживання наркотиків. Это с намеком, что здесь на Казантипе много наркоманов, да? Без всяких намеків, шановний, без всяких намеків. Просто працюємо, і головна мета акції, яку ми сьогодні проводимо, це довести до свідомості людей, в даному випадку молоді, що взагалі не треба пробувати і навіть думати про вживання. Купила мама коника. Коник без ноги, яка чудова іграшка пу. Купила мама другого, другий без ноги, яка цікава іграшка. Купила мама мені коня, але задньої ноги у нього нема. А що замість той ноги у нього було, про це ніколи не дізнається Если стоять в самом центре Оранжевой Республики и быстро повернуть голову на 180 градусов, то Казантип перед открытием напоминал суетливо строящийся муравейник. Все куда-то бежали и при этом что-то обязательно тащили. Так мы зашли на строящийся Евротанцхолл, где повстречались с диджеем Громовым, которому сразу же передали микрофон, а сами пошли купаться. Всем привет, в эфире «Музыкальный инстинкт». И вот снова мы добрались на Казантип 2006 года. Рядом со мной стоит один из ведущих нашей программы, диджей Виталий Громов. Виталий, привет! Здорово, Серега! Я хочу напомнить, что над нами небо из решетки, это Евротанцпол. Он в данный момент строится, и чем быстрее он построится, тем быстрее он взорвет сегодняшнюю и завтрашнюю публику. Но сегодня публику должен взорвать... музыкант из Европы Тима Масс, и вот этот человек, может быть, если он не будет пафосничать, он возьмет у него интервью. Обратите внимание, Серега только прилетел, не может выговорить простое слово «пафосничать». Я же не радио, диджей, пафосничать. Молодец. Вот. Что здесь будет происходить, расскажи нам, Виталий. Уже несколько дней происходит строительство этого грандиозного танцпола. Евротанцпол строится, вот уже звук стоит. Правый портал, скажу честно, на данный момент, сейчас время, по-моему, сколько? Где-то часа два, наверное, да? Сколько время сейчас? Уже 17:00 по казантипскому времени. Диджейская еще не готова. Только обивочка. Ничего нет, только вертушки. Но, как и все это происходит на Казантипе, все появляется неожиданно. И к вечеру появится аппаратура, все доски будут убраны. Бар уже закуплен, все готовы, все трудились на славу, трудились бармены, трудились диджеи, трудилась администрация Евротанцпола. Так что здесь будет сегодня происходить, я надеюсь, одно из самых крупных и приятных мероприятий на открытии Казантипа.
Казантип — это наше все. Это не только музыка, не только пляж, не только солнце, море, но и прекрасные, очаровательные женские тела, которые присутствуют здесь в огромном количестве. Вот девушка рядом со мной, ее зовут Наташа. Она приехала откуда? Из Минска. Наташ, который год ты уже здесь? 6-й год подряд приезжаю. Что-то поменялось, что-то изменилось? Казантип стал лучше, хуже? С каждым годом все лучше, конечно же. Я ощущаю, насколько лучше стал Казантип, потому что вот с прекрасной девушкой упасть на пляже и насладиться музыкой и солнцем, это просто фантастика, правда? А, вообще, просто не могу ничего добавить больше. Осталось только сказать: я люблю тебя, Казантип. Я люблю тебя, Казантип. Море, солнце, прекрасные девушки. Все это Казантип 2006. И именно сейчас, именно здесь происходит то, что называется Казантип 2006 на полную катушку. Потому что оказаться на пляже среди бела дня в компании двух очаровательных девушек — это замечательно. Теперь нужно просто помахать в камеру вот так вот руками. Вот давайте. 3-4. Йоу, ну! Итак, уже проверяется звук, танцоры готовятся, диджей готовится. Казантип 2006 откроется сегодня ночью. Увидимся. Очень два вредных музыканта, но я их люблю за то, что это те люди, которые делают Казантип счастливым и музыкальным. Это Мартин Ландес, Алексей Образцов, проект «Латер». Ребята, привет, я рад вас видеть. Привет. Hello. Привет. Слушай, я сейчас... Они со мной не хотели вообще разговаривать, потому что идет саундчек. На этой сцене сегодня будет выступать Тима Масс. Но бог с этим Тима Массом, когда вот я стою рядом с такими людьми, никакой Тима Масс не станет массивным, как их музыка. Ребят, что будет здесь сегодня от вас? Большой сюрприз и жесть. Жести не будет, Тима же играет на разогреве у нас, поэтому мы сегодня будем... Изи, да? Изи листенинг. Да. Ну, будет техно. Эмбиент тогда, в общем. О, вот нас зовут уже там. Да. Слушай, Тима Масс, по-моему, тоже в гауде жесть такую мощно дал. Я думаю, если он вас разогреет, Тима Масс на разогреве латера, это будет хорошее вам... Как, конечно, бы... а как иначе? Не мы же у него на разогреве. Ладно, шутка. Ладно. А как вообще, Тима Масс, вы знаете вообще что-нибудь про него, про этого музыканта? Это к нему. Не, ну... Про Тима Масса знают все, что ты меня спрашиваешь, да? Все, это вот такая музыкальная ревность, когда музыкант спрашивает про музыканта, начинается... Ребят, я хочу просто вам пожелать офигенного выступления. Я думаю, что оно будет на самом деле взрывным. И мы обязательно с ними встретимся после выступления где-нибудь в кафе и пообщаемся. Обязательно. We'll be right back.
на Казантипе. Самое прекрасное, что может быть на Казантипе, это закат. Закат перед открытием. Через некоторое время, через 4 часа, произойдет открытие самого модного и самого классного места на этом свете. Казантип 2006. А сейчас мы на этой пташечке взлетим и посмотрим, как это все выглядит с высоты птичьего полета. Полетели! Вечером стало как-то подозрительно тихо, все куда-то исчезли, и все вокруг затихло примерно на час, как будто море перед штормом. Ну а мы решили не терять времени зря и облететь всю территорию на вертолете, да посмотреть, как это все выглядит с высоты птичьего полета. Ощущения, конечно, обалденные, учитывая то, что первый раз в своей жизни я нахожусь на Казантипе на вертолете, с высоты птичьего полета. Посмотреть на эту огромную республику, на людей, которые приехали сюда повеселиться, отдохнуть, послушать музыку, позагорать и получить массу-массу адреналина и зарядиться им на целый-целый год до следующего лета. Посмотрим прямо с высоты птичьего полета на всю эту прелесть. Итак, напоминаю, что сегодня ровно в полночь состоится открытие Казантипа 2006. Это будет потрясающая вечеринка. Прямо сейчас на танцполах готовят звук, делают саундчек. Вчера целый день достраивался танцпол, главный танцпол. Сегодня также проводились работы. Девчонки Go-Go целый день до самой глубокой ночи репетировали. Огромное количество народу сегодня приехало сюда, и все ждут, с нетерпением ждут открытия. Открытие самого незабываемого, наверное, Казантипа 2006. Ровно в полночь, и речь президента, а потом великий и могучий Тима Масс. Специально для всего казантипского народа. Наконец-то долгожданный фестиваль вступил в свои права. Гостей ожидало множество приятных моментов. Новый танцпол, интересный дизайн и, безусловно, выступление уже известного давно в России своим треком First Day немецкого диджея Тима Масса. Перед выступлением на главном танцполе республики программа «Музыкальный инстинкт» была допущена к телу маэстро, и мы взяли у него небольшое интервью.
Привет, Тима, как твой перелет? О, это долбанный долгий перелет, но, ребята, поездка в республику Казантип – это очень мило, поверьте. Ты уже успел искупаться? Вообще-то еще нет. Вообще-то для меня достаточно холодно, всего-навсего 15 градусов. Ну, знаешь, выглядишь ты хорошо, просто идеально. Ну, посмотрим. А сколько, кстати, нужно водки для согревания? Тебе нравится водка? Да, ребят, я люблю водочку. А я вижу... Много пива здесь. Ты глупый какое-то решение, это только перед выступлением. Ну, а после моего выступления, конечно, уже водочка. Окей, как давно ты узнал о Казантипе? Ты знаешь, несколько месяцев назад, если быть честным, мой менеджер из Англии рассказал о фестивале. Обычно в данное время я отдыхаю со своей семьей дома, но менеджер сказал, ты просто обязан сделать перерыв в выходных и посетить Казантип. «Это же Украина, изнуряющий перелет», — ответил я. А он констатировал, что я должен просто поверить ему и должен туда обязательно съездить. Что именно ты слышал об этом фестивале? О музыке, о людях? Ты знаешь, я искал информацию в интернете, читал различные форумы. Мне известно, что люди приезжают сюда с чемоданом желтого цвета. Именно желтый является главным цветом фестиваля, а я и не знал. Я еще и не видел многого, так как прибыл совсем недавно. Но то, что уже успел посмотреть, ребят, это реально впечатляет. Просто безумство какое-то. Кто-то же создал такой интересный дизайн. Вообще отлично. Грандиозных различий между людьми в разных странах не существует. Люди в этой части мира не менее интересны, чем публика на другом конце света. Но, если быть честным, I like Russian girls. Нет-нет, я, конечно, женат, это к сведению. Они, безусловно, красавицы, поэтому они мне нравятся. Мне по душе российский менталитет. Люди открыты, дружелюбны, приветливы. Значит, что я вернусь сюда еще не раз, к вам в Россию. Думаю, что в сентябре. Да, кстати, я люблю Russian vodka. Ну, будем надеяться. Ребята, я готов.
Итак, на Казантипе огромное количество народу и огромное количество людей, которые специально для этого привезли с собой какие-то сумасшедшие костюмы. Вот начнем. Начнем, пожалуйста, вот это. Поднимите, пожалуйста, спинкой. Отлично. Это бабочка. Не боюсь этого слова «ночная бабочка». Поверните, пожалуйста, лицом. Откуда ты? Севастополя. Севастополя зовут? Виктория. Как Казантип? Отлично. Просто, ну, всё, да. Что ждешь? Жду, я уже... Ну, что ждешь от Казантипа? Я уже дождалась. Позитив просто, такой мега-позитив, который разрывает, и вдохновение. Здорово. Что сегодня пьешь? Отлично. Да, остается догадываться, что позитив, откуда он взялся? Он взялся от энергии этого места, потому что здесь нет наркотиков. На Казантипе нет наркотиков, господа. Знайте это раз и навсегда, и запомните. Дальше переходим. Кто вы? Гюльчатай. Гюльчатай зовут? Анна. Зовут Анна, приехала? Киева. Из Киева. Как Казантип? Отлично. Море позитива. Просто хочется кричать. Ребята, посмотрите вот на этот костюм. Аня, ручки, вот, да, посмотри, пожалуйста, на костюм. Ребята, это фантастика. Да простит меня Аня. Вот, поехали дальше, быстренько. Зовут? Меня зовут Лена, только мне кажется, у вас микрофон не работает. Работает. Оля, мы стоим бабочки. Повернулись попами, потрясли крылышками. Иха! Казантип 2006. Ребята, здесь творится полный Казантип. Привет, что с костюмом? Долго готовился? Ну, подготовка началась еще во время самой маевки, когда объявили фэшн за оранжевую скрапинку. То есть как бы... Костюм Божьей Коровы. То есть ты как бы в теме, ты уже давно готов, да? Ага. Отлично, как настроение? Настроение отлично, как по-другому. На позитиве? Откуда? Что, пьем? Не пьем. Ребята, это еще один человек, который не пьет. Итак, Казантип 2006 набирает обороты. И сейчас смотрите, классные костюмы у ребят. Посмотрите, пожалуйста, на них. Из Германии, чемпионата мира. Ребята, вы откуда? Киев. Из Киева. Вы из Киева, да? Как настроение, как Казантип? Чума полная, отпад. Больше, чем ожидали даже. Отлично. Какие планы на ночь? Ну, мы еще не знаем. Хотели посмотреть. Не, врет. На самом деле спать. Танцы до упада? Нет, спать. Тяжело. Дорога сюда далась. Опять же, прекрасные представители здорового образа жизни. Немножко потанцевать и спать. А мы отправляемся в самую жаркую точку. На главный танцпол. Поехали. Привет, первый год на Казантипе, нет? Первый. Ты откуда? Кемерово. 5000 километров на машине проехали. Обалдеть, как дорога? А? Как дорога? Дорога, да, в принципе, все отлично. С каждым километром было все ближе, энергии было все больше. Я чувствовал, меня рвало. Это того стоило приехать сюда на Казантип, да, на машине? Да, да. Это стоило. Прям, как, я говорю, с каждым километром мы приезжали, я чувствовал, энергии прибавлялось и прибавлялось, потому что... Я получил то, что хотел, потому что мы сюда ехали, и мы хотели этого. Первый раз это от души. Ребята, огромное количество людей, которые приехали сюда. Они любят это место, они любят Казантип. Привет, как настроение? Ну, отлично. У тебя, смотрю, костюм то ли доктора по радиации, наверное, да? Ну, типа того. Что лечим? Не понял. Что лечим? Ничего. Я думаю, что этот человек будет лечить плохое настроение, если оно кого-нибудь будет.
Плохого настроения тут быть не может. Толь, аккуратно, не упади, привет. Привет. Как зовут? Марианна. Откуда? Харьков. Еще раз? Харьков. Ишь ты, как тебе здесь? Лучше, чем где бы то ни было. Первый раз на Казантипе? Нет, не первый. Чем отличается этот Казантип от предыдущих, по твоему мнению? Очень хорошо организовано открытие. Очень нравится, как подготовили все. Еще вчера казалось, что ничего не готово. Не были готовы танцполы, не верится, что будет все так классно. Но организаторы превысили себя. Все супер! Ура Казантипу! Ура! Йоу, товарищи! Всем счастья! Привет, как настроение? Привет, настроение просто супер, я вся в искушении. А как зовут? Юлия. Откуда приехала? Что? Откуда приехала? Минск. Супер, да. Вот такой костюм интересный. Я так понимаю, это кошечка. Да. Давно готовилась? Да. Обалдеть. Скажи, пожалуйста, вот... твой любимый диджей из России, может быть, во всем мире? Наверное, Громов. О, спасибо. Как еда? Что? Как настроение? Здорово, все, спасибо. Как зовут? Оля. Из Москвы? Нет, Новосибирск. Новосибирск? Да, очень далеко. Скажи, пожалуйста, стоило проделать такой долгий путь из Новосибирска сюда? Да. Ты первый раз здесь? Да, первый. И как? Супер. Что слышала об этом месте? Вот так вот, хорошего, плохого, честно. То, что здесь счастье. Я поняла, почему. Почему? Очень много позитива, вообще все супер. Здорово. Спасибо большое. Казантип, ура! 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 Привет, как настроение? Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот такие штучки, это здесь продаются, да? В Нью-Йорке. В Нью-Йорке? У тебя написано там... Казантип! Казантип! Forever! Ребята, Казантип forever, да. Что ждешь от этого Казантипа, от этой ночи? Вообще высшей музыки и высших людей. Отлично, тебе нравится Тима Мас? Да, мне очень нравится Тима Мас. Я желаю всем, чтобы он всем очень нравился. Отлично. И теперь в камеру. Казантип, ура! Ура, Казантип! Произошло то, что... чего боялись, собственно говоря, все организаторы и все гости Казантипа 2006, снова выключили электричество. Кто это? Кто в этом виноват? Одному Господу Богу известно. Надеюсь, что в ближайшие секунды, минуты все проблемы будут решены, и Тима Мас снова продолжит свой сумасшедший сет. Казантип 2006, только здесь бывают такие неожиданные повороты судьбы. Я надеюсь, что все будет хорошо. Казантип есть, есть счастье, есть 2006. Отлично. Всем привет. Еще раз музыкальный инстинкт. Только что выключалось электричество, но сейчас все заработало. Тима Мас продолжает. Перед нами мистер Санчес энд Сапунов. Привет. Да, только что обнаружили себя в туалете, когда выключился звук. Было страшно и темно, но вы в это не верьте. Серега до сих пор не может прийти в себя, но на самом деле то, что происходит там... Сейчас вам покажу по секрету. Вон там. Если вы не видели. Ошеломляющее впечатление. Ребята, я надеюсь, вы доживете до утра, и мы увидим вас на Евротанцполе. Ну, у нас в запасе мы привезли по паре сумок. Каждой две Сережи, две другой Сережи. То есть я в одной пластинке, в другой запасная печень в холодильнике. Все. Так что мы... Да, если один ставит пластинки, да, то другой ставит палки в колеса. Это называется «доживем до понедельника». Сегодня же,
всего лишь суббота, да? Кстати, как зовут этого парня, кто-нибудь знает? Диджей Громов, никто его не знает, а программу «Музыкальный инстинкт» знают многие. Отлично! Привет, Толян! Здравствуйте! Как долетел? На самолете! Ха-ха, отлично! Как настроение? Позитивное? Да, выспался отлично, супер! Как думаешь, этот Казантип чем-нибудь удивит людей или же будет все как в прошлом году? Не, ну, то, что уже на открытии играет Тима Мас, это уже очень круто! Отлично! Когда собираешься поиграть по круги пластинки? Я собираюсь начать с завтрашнего дня. Начну сансеты и 25-го буду делать вечеринку на Евро. Отлично, ждем тебя на Евро. Ну и пару слов пожеланий для музыкального инстинкта для Казантипа 2006. Ребята, завидуйте нам. Вот вы сейчас смотрите, а мы здесь. О, здесь супер. Пошел! Миша! Еще один гуру московских танцполов, Миша Спирит, привет! Привет! Как долетел? Отлично! Счастье есть? Не знаю, ты знаешь, пока вот пытаюсь определиться, куча каких-то организационных накладочек происходит, но я думаю, что завтра у меня счастье появится. Отлично. Когда планируешь покрутить вертушечки для людей? Официально это произойдет 28 июля, то бишь в эту пятницу, на вечеринке Now and Wow, где главным хедлайнером будет Hardfloor. Вот как раз здесь же, на главной сцене, это будет как бы второе открытие Казантипа. Да, сегодня официальное, следующее неофициальное. Но я надеюсь, что промежуток между сегодня и 28-м найдется на хороших танцполах немного времени для того, чтобы я отыграл свою музыку. Но пока вот сегодня я в роли отдыхающего. Володя Фонарев меня снабдил своей фирменной футболочкой с Nike от компании Fanbox, конечно же. Великолепный Тима Мас. В общем, все прекрасно, отличное настроение. Я думаю, что все будет только продолжаться. Заглянешь на Евротанцпол? Чего? Заглянешь на Евротанцпол? Конечно, конечно. Евротанцпол – это самый дружественный танцпол в этом году. Да, мы его открыли наконец-то. Миша Спирит, Казантип 2006. Продолжается. Открытие состоялось. Казантип стартовал. 2006 год. Казантип. Лето, море, солнце. И
смотрите дальше «Музыкальный инстинкт». Дальше будет интереснее, и вы узнаете очень многое о Казантипе 2006 года. С вами был Виталий Громов. Увидимся. Такое блюдо, нет? Казантип 2006 и «Музыкальный инстинкт» представляет супер-мега-блюдо от Евротанцпола и Володи Панарева. С вами Виталий Громов, программа «Музыкальный инстинкт». Мы на Казантипе 2006. И очередной день, очередная вечеринка на Евротанцполе. Именно здесь Володя Фонарев представляет свою вечеринку под названием «Знаки». Проект «Иные». «Иные» на Казантипе, в «Знаках» на Евротанцполе. Именно сейчас мы проследуем туда и посмотрим, что там происходит. Какие там люди? Люди, наверное, позитивные, потому что только такие люди приезжают на Казантип. Именно в этом году Володя Фонарев, бывший лейбл «Атмосфера», представляет свою вечеринку. Посмотрим, что же он там творит. Утром я солнце, ночью я лунный свет. Я существую где-то, но на земле меня уже нет. Ты нарушаешь мой покой, ты твоя
Итак, мы находимся на Евротанцполе, где сейчас происходит, где сейчас проходит вечеринка «Знаки» Володи Фонарева, диджея Фонаря. И рядом со мной сейчас сидит Дима Филатов, диджей Sound Fiction. Непосредственно участник этой вечеринки. Дима, привет. Привет, привет, Виталик, привет, дорогие телезрители, телесмотрители и все остальные. Да, это «Музыкальный инстинкт» и Виталий Громов. Итак, Димка, отыграл, как настроение? Супер, очень позитивный народ, с нуля быстро собрался полный танцпол. Только позитив, только хорошее настроение. Ну, собственно, как всегда здесь и бывает на Казантипе. Море, звезды, прожекторы, люди. Хорошо. А как ты думаешь, сыграло ли как бы количество людей, сыграло ли тот факт, что раньше «Знаки» были атмосферой на количество людей? Я думаю, никаким образом. Ведь главная музыка, назвать это можно как угодно. Так что раньше это был проект «Атмосфера», сейчас это немножечко... Это Сергей Тепляков. Множечко-множечко. Сейчас это немножечко другое формирование с другой музыкальной политикой. Если в «Атмосфере» были как бы и Толик Град, и Коля как бы с хаосом, здесь в основном прогрессив и транс-музыка. Но не будем забывать, что основателем и хедлайнером сегодняшней вечеринки, а также лейбл «Атмосфера» и вечеринки «Знаки» является Володя Фонарев. Чуть попозже с ним пару слов для «Музыкального инстинкта» с Казантипа 2006. Это был Дима. Спасибо. Счастливо. Скажи, пожалуйста, ты случайно на эту вечеринку попала, либо ты любишь и уважаешь творчество Володи Фонарева? Я просто очень обожаю его, просто. То есть ты просто увидела афишу, увидела флайерс и решила, а не заглянуть на Евротанцпол, потому что именно здесь твоя любимая музыка? Да, конечно. Как же иначе? Отлично, тогда прямо в камеру сейчас. Для Володи Фонарева. Скажи пару слов. Володечка, солнышко, ты просто самый лучший, просто самый-самый, просто... Итак, напоминаем, что мы сидим сейчас на сцене Евротанцпола Казантипа 2006. Прочная сцена диджейской. За нами участники вечеринки «Знаки», а рядом со мной непосредственный рулитмен, главный гуру этой вечеринки, а также лейбл «Атмосфера» Володя Фонарев. Привет. Как настроение, как Казантип? Очень хорошее настроение, замечательные люди. Ну и Казантип во всех его проявлениях. А вот скажи, вот сейчас Димка отыграл, народ собрался, народу очень много. Твое мнение, вот сыграло ли то, что год назад это была «Атмосфера», сейчас «Знаки», вот количество народу как-то вот меняется, как ты думаешь, или нет? Либо просто люди понимают то, что ты делаешь? Мне кажется, у нас есть своя четкая аудитория, которая любит музыку, которую ребята играют, которые делают, и они приходят именно на своих любимых артистов. Как бы это ни называлось, там, «Атмосфера», «Знаки», любое другое, есть концепция, и люди приходят на нее именно. Отлично, но на самом деле от себя хочу добавить, что, конечно, Володя Фонарев просто человек, который и для Казантипа, и для клубного движения России сделал очень-очень много. И вот как бы
от гуру танцпола для тех людей, которые смотрят сейчас, которые не были на Казантипе в этом году, которые просто будут через экран воспринимать эту атмосферу. Скажи, вот что-нибудь изменилось за год с прошлого Казантипа, либо что осталось, может быть, прежним? Ну, мне кажется, прежде всего Казантип превращается в такую хорошую бизнес-машину со всеми атрибутами лучших условий, лучших предложений. Приезжают звезды, такие как Тима Масс. То есть статус фестиваля, конечно, растет. Касаемо наших проектов на Казантипе, я рад, что наконец-то есть возможность представлять молодых артистов, которые работают профессионально, качественно и уже продолжают то, что мы начинали в начале 90-х. Это здорово. И хотелось бы как бы в завершении маленький секрет, может быть, откроешь. Ты будешь играть где-то под утро, примерно, вот я так слышал. Что-нибудь будет такое спешл-спешл для Казантипа 2006, либо это будет просто очередной позитивнейший сет от Фонаря? Ну, конечно, Казантип дает свою специфику, свое настроение. Мне всегда тяжело играть на своих вечеринках, потому что хочется, чтобы каждый из артистов, который играл, получил максимум удовольствия. А уж под утро, с первыми лучами солнца, я постараюсь создать то самое настроение, которое люди любят, которое им нравится, и сыграть те самые любимые треки, которые живут в сердце моем и в сердце тех людей, которые приходят сюда. Вот так вот, да светит нас свет Володи Фонарева на рассвете Казантипа 2006. Посмотрим и послушаем. Спасибо. Сказать по поводу 2006 года? Ну, на самом деле, на Казантипе я первый раз, но уже потерял голос, поэтому тяжело говорить, но то, что я вижу, впечатляет, но не удивляет. В общем-то, я ожидал, честно говоря, большего. Не хочу никого расстраивать. Вот скажи, вот сейчас за моей спиной, то есть справа от тебя, знаешь, чувака такого, Володя Фонарев, наверное, слышал? Знакомый, да. Ты случайно не к нему ли на вечеринку? Ну, вообще пришел послушать, да, как раз товарища. Ну, скажи, вот товарищ как товарищ по цеху. Вот раньше это была атмосфера, сейчас это проект «Иные». Вечеринка «Знаки» на Казантипе 2006. Как ты думаешь, что-то вообще поменялось у Володьки? Может быть, в голове, может быть, в жизни? Или это что-то новое вот для тебя? Мне кажется, что вопрос надо на самом деле к Фонарю, а не ко мне. Почему? Надо у него спрашивать, что у него поменялось. Ну вот на твой взгляд, так вот, просто субъективное мнение диджея. Нет, все осталось по-прежнему, все качественное, очень качественное. Качественная музыка, качественный диджей, все отлично. У него, как всегда, было все хорошо, так и будет. И я желаю ему еще всего самого лучшего, и чтобы всегда так было. То есть поговорка «стабильность – признак мастерства» – это про Володьку, да? Точно. Отлично. Ну, а мы пройдем на Евротанцпол и посмотрим, что же там происходит от Дэна для Казантипа.
Девчонки, стоп! Да, стоп, давай. Тормозим. Я между вами двумя красивыми. Привет! Здорово! Заметьте, девушки всегда интересуются, что к чему. Это программа «Музыкальный инстинкт». Меня зовут Виталий Громов. Привет! Привет! Откуда приехали? Москва! Ростов-на-Дону. Обалдеть! Слева от меня фактически соратник Ростов-на-Дону. Привет! Как настроение, как Казантип? Супер, просто супер. Первый раз? Да, на самом деле первый раз, и очень нравится. А ты? В восторге, в диком. Тоже первый? Да. Первый раз, как говорится, первый раз бывает. Бывает у всех, у каждого. Дайте я вас обниму. Вот так вот. Итак, счастье есть на Казантипе? Счастье есть. Огромное счастье на Казантипе. Огромное. Заявляю, как? Огромное счастье на Казантипе. Девчонки помешались на слово «счастье». Итак, море, солнце, пляж, все это Казантип, да? Yes. Как открытие вчерашнее? Нет наркотикам! Самая-самая постоянно повторяющая здесь фраза «нет наркотикам». Никто здесь не употребляет наркотики. Все только пьют газированную воду. Совершенно верно. Акваминераль газированная. Это была реклама на самом деле. Рекламная пауза. Здоровье в порядке, спасибо за заряд. Девчонки, целуйте меня и бегите. Привет, да? Здрасте. Как зовут? Катрин. Катя. Это что-то иностранное. Катя. Где живешь, откуда приехала? Из Одессы, Одесса рулит. Одесса, мама, привет. Здрасте. Что для тебя Казантип? Первый год здесь, нет? Нет, уже пятый год. Казан просто супер. Без Казантипа ни года прожить невозможно вообще никак. Скажи, пожалуйста, ты каждый год в таком офигительном платьице? Не закрывай. А это кофточка или что? Маечка. Это маечка. Ну, опусти ручки, нормально. Вот каждый год так, это традиция, да? Нет, не каждый год. Это сегодня исключение. А по поводу чего? Не по поводу ли вечеринки на Евротанцполе? Евро вообще, да, супер. Хотелось бы найти что-нибудь другое. Ну, евро были, да, супер, обалденно. Не по поводу, просто классно, мне нравится. Скажи, вообще тебе на Казантипе какое место, не то что как это какое место, какая музыка больше тебе нравится? Централка, евро. И панчо раньше было, сейчас его почему-то нет. Я не могу его найти нигде, почему? Ты знаешь, его просто нету, я разочарую тебя. Жаль. А я все-таки спрашивал про музыку. Музыку какую любишь? Музыку транс, обожаю просто. Тогда тебе прямо вон налево, пойдем налево. Да, пойдем. Налево, там проходит вечеринка Володи Фонарева. Да. Знаки. Вечеринка, знаки иные на Казантипе 2006. А мы, пожалуй, отправимся ловить рыбу прямо сейчас в море. Пойдем. Хорошо. Пойдем. Евротанцполе, Казантип 2006. Мы на Евротанцполе. Казантип 2006. Вечеринка Володи Фонаря. Знаки иные на Казантипе. А рядом со мной абсолютно не иной, а реальный человек. Настоящий диджей. Диджей Доркипер. Рого, привет. Привет, как дела? О, меня спрашивают, как дела. Супер, как дела у тебя? Нормально. Нормально. Он прекрасно разговаривает по-русски, на самом деле, для человека иностранного. Рока только что вернулся из Ялты, прекрасного города, недалеко от Казантипа. Как отыграл?
В Ялті нормально було, небольшая сенсація, прикольно, удобно, все хорошо. Сенсація, ти маєш в виду, що ти був сенсацією? Это надо решить народ. А я думаю, что такой прекрасно волосатый мужчина, играющий классный хаус, классную музыку, был настоящей сенсацией для Ялты. А также Рокко. Рокко отметился уже на казантинских танцполах. Как ты думаешь, вот то, что сегодня происходит на Евротанцполе? Диджей Фонарь, твое впечатление? Да. Я его не очень часто слышал, поэтому мы посмотрим, что будет. Мне интересно, да. Все, что происходит на Казантипе, это однозначно интересно. Это был диджей Доркипер. Казантип 2006. Ну? За мной Евротанцпол. Они угорают от этих ребят. Проект «Атмосфера» преобразовался в вечеринку «Знаки» иные на Казантипе. Саня только что свел. Саша Павлига, непосредственный участник этой вечеринки. Как настроение, чувак? Просто обалденное настроение. Куча эмоций вообще. Нет слов. Скажи, вот «Казантип 2006». И проект «Знаки». Что-то новое, что-то для тебя. Вот что для тебя «Казантип 2006»? Что-то новое, либо хорошее укрепление, повторение старого? Я думаю, что все-таки новое движение. Как бы после развалившейся атмосферы, ничего не будем говорить про это, ни плохих слов. «Знаки» — это логическое продолжение. Я думаю, что это только начало, и все еще только впереди. Иные, ребята, они иные, они не из этого мира, они со стороны Казантипа. Саня! Евротанцпол рулит на Казантип 2006. Вот, посмотрите вон туда. Там открыт импровизированный бар от Володи Фонарева в честь вечеринки на Казантипе 2006. Иные знаки алкогольных напитков. Наверное, скоро в DJ Pro начнут продавать не только сумки для диска и винилов, а также для мини-баров. В частности, Володька вот очень классно продвигает это движение, да. Рядом со мной сидит непосредственный участник вечеринки «Знаки» и иных на Казантипе. Саня. Проект «Мелодика», привет! Привет! Настроение какое? Отличное, позитив полный. Как отыграл, что люди тебе дали? Вот так вот, от души. Отлично отыграл, очень позитивная публика. Публика, по моим мнению, испытала оргазм. Публика испытала оргазм, это хорошая такая фраза. Вот скажи, для тебя, как для музыканта, не как для диджея, как для музыканта, вот сотрудничество с Володей, что тебе, как бы, может быть, дало, может быть, наоборот, вы с чем-то схожи, именно поэтому вы вместе? Сотрудничество с Володей, мы давно с ним работаем, и вот это вот плодотворное сотрудничество мне дало мой профессиональный рост и много связей, много контактов. И помимо работы на танцполах, мы с ним работаем над новыми треками совместно.
Короче, зарабатывайте бабло. Зарабатываем и потом косим это бабло. Не забывая, конечно же, не забывая про людей, которые тусуются здесь, отдыхают на Казандибе сегодня на Евротанцполе. Друг народа, друг народа. Да, обратите внимание, непростая виза, написано «Друг народа». Народа Казантипского, народа Вселенского. Это был Саша Мелодика с Евротанцпола Казантипа 2006. Йоу! Йоу! Девчонки. Привет. Откуда, откуда приехали? Из Мелинга. Оба. Я на Майовке интервью давала в этом году. В прошлом году давала. Вот. Здесь... Звезда, сними маску, покажи свое лицо. Человек, который давал интервью на Майовке. Ну давай, пожалуйста. Отлично, прекрасная девушка, да. Быстренько знакомимся, зовут? Наташа. Лена. Таня. Как Казантип? Отлично. Прекрасно. Случится в жизни многих из нас. Это счастье. Это невероятная концентрация запоминающихся встреч. Вы где-то об этом читали или так выучили? Да, мне приснилось. От души, да, то есть? Да, от души, от всего сердца. А который раз на Казантипе уже? Это мой третий раз, и на Майовке я была вот 2 месяца назад, 2,5. А вы, девчонки? Второй, не последний, точно. Второй, да. Отлично. Что, что сегодня, куда пойдем, где евро будем? Евролит, пока евро. Евроинсайд. Главное, пока не открыт, мы ждем очень-очень. Ну что ж, пожелаем девчонкам удачи на Евротанцполе. Здравствуй, Миша. Здравствуй, Виталик. Миша, за нашей спиной сейчас ребята из... Да-да-да, за нашей спиной Евротанцпол. Ну, если не знаешь... На самом деле, прекрасная вечеринка, на мой взгляд. Как ты, как Володька, как вот твое ощущение мира на Евротанцполе сегодня? Ну, сейчас, во-первых, все только начинается, там будет какое-то развитие. Ну, для меня немного, конечно, грустноватая, меланхоличная музыка в 1:30 ночи. Я ожидал, конечно, но чуть больше эмоций. Но в целом, в общем, народу нравится, все прыгают, руки вверх. Может быть, просто это энергетика вчерашнего дня открытия и сета Тима Масса, да, меня зарядило настолько, что я ждал, что в 1:30 уже будет угар и здесь. Но отлично отыграл, к сожалению, я не успел послушать Дима Филатов. Это один из молодых и многообещающих продюсеров, ну и как водится диск Жокея в России. Володя Фонарь разливает 12-летний виски Джеймисон. Все идет нормально, Казантип, как всегда, в ударе. В общем, танцпол Евро сегодня будет зажигать ого-го. А вы уже снимали, что там происходит на танцполе или нет? Или это так вот, ты в интервью шляешься все? На самом деле там творится полный... Я задал вопрос, на самом деле. Отвечай мне на заданный вопрос. Там люди колбасятся по полной программе, потому что, ну не знаю, действительно, может быть, повлияло... Ой, прости, пожалуйста, Миша. Чуть не разлил 12. Может быть, повлиял действительно вчерашний день, а может быть, действительно так нравится музыка, которую делают ребята из проекта «Знаки иные», «Иные на Казантипе», короче говоря. Да, мы все иные. Миш, и последний вопрос, вот так вот, от действительно профессионала в музыкальной культуре Москвы, и не только Москвы, Казантипа, наверное. Да. Вот как ты думаешь, вот год назад ребята назывались «Атмосфера», сейчас «Иные», «Знаки», что-нибудь меняется, либо меняется только название, вот как вот у Володьки, как вот на твой взгляд, что происходит в жизни? Это с чем-то связано, либо просто название?
Ты знаешь, любое какое-то начинание нужно рано или поздно заканчивать, да. У всего, у чего есть начало, должен быть конец, да. Либо это должно во что-то трансформироваться. Володя – это по-настоящему отец, да, но один из отцов нашей культуры, и у него этот конец никогда не наступит, да, он будет только трансформироваться. Вот была атмосфера, ну, история хорошая, но в определенный момент ей нужно было положить конец. Это было сделано, в общем-то, вовремя. Сейчас бы этот проект уже, по большому счету, ничего не значил, и разные люди. То, что делает Володя в Москве, это, конечно, зашибись. Да, вот настоящие рейвы, те, которые проходили в Гауди 2, то, что было в Водниках, это прям, ну вот, то, что нужно было, и то, что на самом деле хотел Володя. Поэтому нормальное продвижение, и бренд развивается, на меня продолжают падать жуки какие-то. Только хорошее. Изменилось, действительно, это другое детище, но тем не менее, в любом случае, это Володя Фанель. Как тебя зовут? Эльвира. Ты откуда приехала? Из Киева приехала. Откуда? Из Киева. Видишь ты, далеко, долго ехала, нет? Ну, я вообще сюда через Киев. 3 дня добиралась. Это того стоило? Как тебе Казандип? Нет, ты знаешь, Казандип, в общем, отличная штука. Просто супер. Правда, открытие было не очень жирным. Но, тем не менее, сегодняшний день – это настоящее открытие. Это полный абзац. Эти чуваки творят вообще невообразимые вещи. Люди колбасятся, люди отрываются. Это, наверное, самая лучшая вечеринка, на которой я когда-либо был. Вечеринка иные на Газантипе. Знаки, диджей фонарь, качество фантастическое.
находимся на самой высокой точке Казантипа. Только сюда можно добраться своим ходом. Остальные места – это деревья, специальные конструкции, на которые, к сожалению, вход закрыт. А, наверное, как классно посмотреть с высоты птичьего полета на Казантип. Это верхушка, самая-самая-самая верхняя точка танцпола «Медуза». И мы здесь, мы на Казантипе. И да будет вам всем счастье! Привет-привет! Как зовут? Маша. Маша из Москвы. Я просто заранее об этом знал. Я прочитал у нее на спине. Не, на спине на самом деле красивая татуировочка. Машка, как настроение? Вообще все отлично. В чем заключается счастье твое вот здесь, на Казантипе? Атмосфера, музыка, счастье. А мужчины? Мужчины, само собой. Уже довелось сходить на Камасутру? Нет пока. Ну что, тогда я тебе желаю насладиться счастьем казантипским в полном формате. Не забывай, что лозунг Казантипа без трусов, поэтому скоро тебе придется все это с себя снять. До встречи. Готово? Приятного отдыха. Здорово, а вот у тебя флажок с надписью «Счастье», это так? Да, это так. Я символ счастья, и все мы на Республике Казантип очень счастливы. Посмотри, вот так выглядит человечек. Желтые очки, хвостики, много-много всяких фенечек. Естественно, виза и... Ну и все остальное прилагается, как говорится. Счастливый человек на счастливом Казантипе. Ребята, здесь фантастическое место, приезжайте. Verification, no congregation to tell me what soul was. Soul is bodegas and corner stores, frozen food flavor ices, which ain't quite as nice as fireballs and lemon drops and running from the cops. Now that's soul. Soul is hearing gunshots through the night, knowing that you're gonna be alright. Now that's soul. Привет. Ты только что из воды, я смотрю, да? Как водичка? Очень горячая, теплая, мокрая, невероятная. А как вообще настроение? Откуда приехала, расскажи. Из Белгорода. А вы кто? Мы вот программа «Музыкальный инстинкт», я Виталий Громов. Мы ведем репортаж с этого прекрасного Что такое? Покажут по телевидению? Ты знаешь, это не будет транслироваться на весь мир, это только на эксклюзивном порно-сайте Казантипа, поэтому вот девушка, она следует принципу Казантипа практически без ничего, практически. Ну, вообще-то без трусов, но ладно, мы сделаем скидку. Представьте, что я без трусов.
Я уже представил. Я представил, что вот этой части у нее нету, и она стоит перед нами абсолютно обнаженная. В капельках воды и песка. Ребята, Казантип – это прекрасное место, прекрасное место. Hip-hop and house are one. If you don't believe me, get on the floor. That's soul. Soul is banned, busted, bombing because he believes his art was beautiful. He never fell for political bullshit and continued busting, burning. Now that's soul. Привет, как настроение? Отличное. А чё глубже не идёшь? Плавать не умеешь? Нет, умею, просто я охлаждаюсь. Ой, смотри, как я просто охлаждаюсь. Здорово, вот тебе крабика принесли. Как морепродукты, уже кушала что-нибудь? Да, креветки мелкие. Здорово, я тебе желаю настроения хорошего, приятной водички и наслаждайся счастьем на Казантипе. Спасибо. That I saw. Soul is mini Ripperton, climbing her way to heaven, one octave at a time. Miles Davis going electric, molding maniacal morning notes with a gram of coke and strumpet. Рядом со мной прекрасная, очаровательная девушка. Она тоже находится на Казантипе. Привет, как зовут? Маша. Маша, ты откуда? Маша, ты откуда приехала? Ну, долго рассказывать. Отлично. Маша с другой планеты. С другой планеты на Казантипе. Ты знаешь, я тоже инопланетянин, поэтому я своих вижу издалека. Прекрасный зонтик. Как настроение? Замечательно. Ай, класс. Ты первый раз здесь вообще? Первый раз на Казантипе? Да. И как тебе? Ну, вообще, тут остаюсь до конца, как бы, логично допустить, что очень хорошо. То есть ты просто приехал на пару дней, потом подумал и решил остаться? Да. Отлично. Тогда я тебе желаю все эти дни провести так, чтобы не только солнце и море тебе запомнило, а весь Казантип для тебя был одним большим счастьем и одной большой планетой. Ну, а потом ты улетишь, наверное, к себе. Казантип – это дом. Секундочку, ты же сказала, что с другой планеты. Нет, не важно. Главное, что здесь себя чувствую дома. Отлично. Я сейчас тоже вот рядом вот с Машей почувствовал себя как вот дом счастья. Ребята, мир вообще многогранен, особенно здесь, на Казантипе. А я чувствую, мы сейчас вот прямо через 5 минут пойдем с Машкой, да поженимся на традиционных казантипских свадьбах. Увидимся через несколько минут. Так, на Казантипе происходит не только купание, не только загорание, не только танцы, но и массаж. Как ощущения? Отлично, мануальчик очень хороший. У меня проблема со спиной прям помогла очень хорошо. Здорово, здорово. А вообще, ты первый раз на Казантипе? Нет, не первый. И вот каждый год ты наслаждаешься всем этим и плюс массажем? Нет, массаж первый раз, но очень довольна, я думаю, что буду пользоваться постоянно. Класс. Ребята, здесь есть все, абсолютно все. И массаж, и очаровательные девушки, и профессиональные массажистки, которые делают свое дело крепкими и мускулистыми руками.
темных очках, спасаясь от солнца, Володя Трапезников сидит и отдыхает. Пьет только воду. Да. Как настроение, Боб? Замечательно спокойное. Ночью был классный сет. Вообще на Евротанцполе что-то происходило невыносимое, такое вот, которое закончилось часов в 10 утра. Невыносимо прекрасное. Да. Вот. Как вообще, вот твое впечатление, ты приехал, отыграл, вообще как народ? Ну, нормально, выстраивается. Я бы не сказал, что там прям все готовы были сразу, но к часу все было сделано правильно. Правильно. Ощущение, что они вообще вот музыку, которую я играл, потом Миш Спирит и Марио, то есть такое ощущение, что они еще все ждали какую-то музыку, потому что что-то где-то везде по-разному играют, но вот все говорили, что вроде как на Евро еще не открыт, там еще неизвестно, какая будет ситуация, но танцпол был битком. Прямо до 10 утра не хотели даже закрываться. Ну что, дадите приятного отдыха и ждем спасибо. Не менее праздничных сетов от тебя. Хорошо, спасибо. Come and play Amoros frequencies. Come and play me. Песок везде, песок кругом, а по нему просто так ходить невозможно, только в тапочках. Очень жарко, но в то же время прекрасно, потому что сейчас можно пойти в море. В Москве это сделать невозможно, а на Казантипе самое то. И мы сейчас посмотрим, чем занимаются люди на пляже. Привет. Как зовут? Катерина. Катерина. Я смотрю, у тебя прекрасное настроение. Да, отлично. Скажи, с чего бы это? Здесь супер, солнце, море, пляж. Офигенные люди, офигенная музыка. Ты здесь уже сколько дней находишься? Шестой день. Шестой, и вот скажи честно, сколько ты спала? Две ночи. Две ночи я спала хорошо. А все остальное время мы проводили на пляже, на танцполах, да? Да, точно. Класс. Ну, я даже желаю тебе продолжать в том же духе. Спасибо. Напоминаю, что с вами программа «Музыкальный инстинкт» и Виталий Громов прямо с пляжа с Казантипа. Тебя как зовут? Привет, Лера меня зовут. Какие классные косички. Ты танцуешь вообще здесь, отдыхаешь? Отдыхаю здесь. Да, тебе нравится? Нравится. А ты с кем приехала? С мамой. С мамой? О, мама там отдыхает. Мама пусть отдыхает, а мы с тобой поболтаем. Скажи, пожалуйста, ты вообще купалась уже? Да. Вода как? Теплая? Да. А музыка нравится? Нравится. Танцуешь? Немножко. Немножко. А вечером? Тогда вечером приходи обязательно, будет очень весело. Я 8 ухожу отсюда только. Только 8? Всегда 8 отсюда только ухожу. Ну, ты давно приехала, нет? Давно приехала. Ну, тогда нужно загорать. Загораю. Ребят, прекрасные косички. Долго заплетал-то? Бабушка заплетала, немножко. Здорово. Всем советую обзавестись такой бабушкой, чтобы заплетать такие классные косички. Привет. Привет.
Как настроение? Отлично. Откуда? Москва. О, наши коллеги, наши соотечественники. Что это ты здесь собрала? Ракушечки. Это вот так, да, чтобы успокоиться? Нет, просто красивые, интересные вещички такие. Высушить, что-нибудь из них сделать. Да, вот взяла, вытащила кишки из ракушки и сказала, а, красивая кишки, ракушка. Кишки, это не кишки, это миди, такие маленькие. Но их есть нельзя. Можно есть большие. Ты разбираешься в морепродуктах? Чуть-чуть. Готовишь? Нет. Почему? Не умею. Как Казантип? Думал, что будет хуже. Почему? Была уже здесь до этого? Первый раз. Первый раз? Да. И что, настолько много плохого слышала про это место? Очень много, очень много. Ну, например? Не знаю, я ожидала намного худше. А здесь получается, что в каком-то маленькой деревне такой маленький рай. Ну, достаточно приятно. Отвлекаю. Профессионально этим занимаешься? Нет, не профессионально. Просто для своей девушки решил сделать маленький брезент. Да, делаю, просто делаю. Отлично. Он просто делает не для своей девушки, делает волосы для своей девушки. Посмотрите вот так вот. Для кого угодно это уже называется работа. Да. Первый раз на Казантипе? Нет, шестой. А, и вот, собственно говоря, каждый год, из года в год повышаешь профессионализм. Не здесь. Отлично. Откуда приехал? Из Харькова. Зовут? Виталик. О, отлично. Мой тезка. Желаю тебе приятного раскатывания колбасок. А вот скажи, вот в чем фишка? Я не понимаю, вот это из обычных волос можно сделать такую штуку? Спутывание. Фишка спутывания. Не доплетать чужие, спутать свои. Максимально запутать волосы. И когда они отрастают, они спутываются сами уже. То есть дредлок сам, он идет... Когда вырастает уже, то есть спутывается сам. Не то, что сначала заплели, это основа изначально. А когда он отрастает, он спутывается сам по себе уже. Это и есть дредлокс. Отлично. Вот так вот пару советов от практически от профессионала заплетания дредов. Ну, а девушка, как ощущение-то всего вот этого, то, что на голове будет? Мне приятно. Отличное ощущение. А ты первый раз вот позволила вот с волосами сделать такое, или это уже не первый опыт? Нет, я всегда ходила с ровными волосами. Решила сделать дреды. И вот на Казантипе тебя осенило? Нет, меня осенило давно. Еще когда не на Казантипе. Просто так, по жизни сложилось. Ну что ж, давайте желаю приятной прогулки и нахождения на таком прекрасном острове. Вот-вот с такими вот штучками на голове. Спасибо. Смотри, здесь ежик. Ну-ка повернись, ежик. А там сзади что? Это кто? Это буковка А, крылья ним. Так. Единорог. Отлично. А совсем забыл спросить, как я зовут? Аделия Ангел. Обалдеть. Полное имя? Аделия. Прекрасно. Я тебе желаю на этом прекрасном, в этом прекрасном месте под названием Казантип. Ребят, я, конечно, извиняюсь очень, но сейчас, наверное, прямо сейчас я пойду в море прямо с этой прекрасной девушкой и окунусь в ее... Все. Ребят, пора отключаться, я пошел купаться. Всем удачи. Так, сейчас за моей спиной происходит такое традиционное действие казантипское. Это такие быстрые fast marriage, то есть по-быстрому пожениться. Вот, это вот для тех, кто полюбил друг друга, может быть, с первого раза, может быть, с первого взгляда здесь, на Казантипе. У них есть уникальная возможность обвенчаться вот на этой прекрасной башне. Сейчас мы посмотрим, что это такое и с чем это едят. One thing that I will miss.
пожалуйста, что это за наклеечки? Это наклейки Fast Mary, то, что они заключили священный союз звездный на нашей башне Fast Mary. И им также выдали свидетельство. Отлично, ребята, поздравляю вас. Спасибо. А вы вообще откуда сами? Мы из России, из города Сургута. Отлично. Ну, как вот как себя ощущать вот там наверху, расскажите. Божественно. Обалденно. Ну что ж, я вас поздравляю с возвращением на землю и с праздником, с свадьбой вашей казантипской. Спасибо большое. Ребята, вы тоже туда наверх, да? Конечно. Прецеденты. Да. Ну и как? Вот как ощущение перед тем, как вот забраться туда наверх? Волнение. Чуть-чуть, боишься упасть? Да, чуть-чуть из-за каблуков. Отлично, на шпильках на башню, это здорово. Немножко интимный вопрос, как насчет брачной ночи? Ну, будем надеяться, что все пройдет гладко. То есть так с надеждой обняла своего парня, говорит, будем надеяться, что все пройдет гладко. Я вам желаю, чтобы все прошло не только гладко, но и твердо, и, в общем, чтобы стены дрожали. А очередные претенденты на свадебную церемонию Казантипа 2006. Ребята, давно знакомы? Да. Без комментариев. Самый сладкий поцелуй. Казантип – то место, где соединяются сердца не только россиян, но и иностранные браки здесь тоже случаются. Вот перед нами дружба народов. Дружба народов. Where are you from? Новая Зеландия. Отлично. Ну, а ты? I'm from Брянск. А вот так вот, по-русски. А по-русски? Я из Брянска. Я из Брянска. А, зовут? Татьяна. Тебя? What's your name? Alec. Отлично. Сколько дней уже знакомы или часов? Oh, I don't know. It's some days. Несколько дней, это звучит по-казантиевски. Ну, несколько... All my life. All of my life. Всю жизнь, короче. Все, то есть они только стоят в очереди, а уже знают, что будут долго и счастливо жить. А, как ты думаешь, с брачной ночью у вас будет все в порядке? Of course. I'm sure. Отлично, девушка абсолютно уверена. Посмотрите на это прекрасное платье, которое, собственно говоря, состоит из одной большой части. Здорово, класс. А так вот на ветру вообще замечательно. Вот, повернись в профиль. Вот настоящее казантипское свадебное платье. Одно могу сказать, даже покурить некогда, потому что кругом такие прекрасные пары, такие... Боже ты мой, что случилось? А, привет, девчонки. Привет. А вы тоже вот туда наверх будете бракосочетаться? Да, я понимала. А кто из вас мальчик, кто девочка, простите? А мы еще пока не решили. Трое, третья потерялась. Вас трое? Да. А где третий? Третья там, девочка. А, девочка. Мы не можем найти мальчика. Отлично. Считайте, что я уже отдался в... Боже мой, а нас будет сколько? Нас будет четверо, да? Нас будет четверо, да. Блин, люди, я вовремя пришел сюда. Как султан. Да, а вот букетик, это что? Это вот вы друг друга, наверное, так. Йоу! Поймала! А он не колючий? Нет? Ой. Больше страсти. Это, смотри, я просто думал, что ты любишь садомазо, поэтому... Ну, я думаю, что ты тоже это полюбишь. Отлично. Я ни разу не пробовал садо-мазо на Казантипе. Дело в том, что в последний раз Никиту видел я. Прогуливаясь по Казантипу, наткнулся вот на такой вот холмик. А потом смотрю, это человек. Как ощущение закопанности? Это холмик, а не человек. Это холмик уже. Это же не живой человек. Все.
Ну, все-таки, вот как ты себя чувствуешь? Кто, во-первых, над тобой так прикольнулся? Ты спал, да? Я спал, да. Я проснулся и вижу, что я закопанный, и все. И выбраться не могу, самое интересное. А хочу жутко в туалет, блин, и хочу пить, курить. Я не знаю, что, купаться в море, меня вижу, закопали, не загорю ничего теперь. Знаешь, по поводу ходить в туалет, я думаю, здесь можно под себя никто не увидит, да. С тебя не сдерут 100 гривен штрафа за то, что ты сходишь под себя вот в этой кучке. А вот по поводу пить, курить, я надеюсь, девчонки принесут. Девчонки, идите сюда. Идите ближе. Это вы так вот над ним? Да, это я над ним так подшутила. А где лопату-то взяла? Нет, это я такая хрупкая девушка. Решила закопать его. Это вот этими вот руками, вот люди, вот этими руками вот закопан этот человек. Ты ему хоть поесть-то принесешь? Обязательно принесу, я буду деньги тебе дать за просмотр, за фотографии. Буду по 8 еду. Я как место обезьян, ты знаешь, вот в цирке, когда там выходит такой человек с обезьянкой, там фотографирую с животными, а здесь фотографирую с холмиком, пожалуйста, живой человек. Итак, люди, кто хочет сфотографироваться с холмиком, пожалуйста, одна фотография 10 евро, на еду хватит. I'm not afraid to die.
На самом деле, я, вот признаюсь сейчас, ты пишешь, да? Что-то у тебя моргает кнопка почему-то. Да, да. Роман, скажите, а на Новый год вы где-нибудь играете? А вы кто? Или песенку. Но я не знаю никаких стихотворений, не знаю никаких песенок, потому что я здесь уже не первый день. Я думаю, давайте сейчас пойдем в народ и будем требовать от них этого. Пошли. Девушка, расскажите нам, пожалуйста, стихотворение или спойте песенку. Или вы можете танцевать для всех, и тогда вы получите. Песенка про Новый год. Новый год настает. 5 минут осталось. Все мы счастливы, наверное. Вот и счастье. Специально для программы «Музыкальный стиль». Ну, самый главный Дед Мороз, на самом деле, конечно, у нас за пультом. Диджей Кириллов. Как оно? Ребят, вообще... Полный вообще фаншмак. На очереди попадается пусечка, пусечка этой недели для всех девочек. Вот в такущих плавках, как всегда мокрый, как всегда, ох, бритый, да ладно. Но сегодня, чего, с чего вдруг? Сегодня предпоследняя ночь, поэтому как бы надо выглядеть, мне кажется, достойно было. Сколько я его здесь не встречаю, он всегда в окружении разных девочек. Как на сей раз зовут вас? Это самая важная девочка вообще на Казантипе 2006, это что? Просто так. Специфика профессии обязывает заводить всевозможные знакомства, полезные и не очень, поэтому... Господину Кириллову в этом году понравился Казантип больше, чем в прошлом, либо наоборот, в прошлых было лучше, а? Я не могу сказать, что мне он понравился больше или меньше. Какой-то он особенный, наверное, в этом году. Я пока не могу понять. Видимо, должен еще будет пройти какой-то период потом осмысления Казантипа. Поэтому есть, конечно, свои плюсы, безусловно, в этом году. Очень хорошая организация. Ну, по крайней мере, я не заметил никаких в этом году вообще огрешностей со стороны устроителей, да, фестиваля. А что касается, может быть, каких-то вот чисто культурно-массовых мероприятий, конечно, появились новые танцполы, конечно, появились новые развлечения. Теперь тут можно на параплане себе пощекотать простату от страха, там забраться на высоту несколько там километров.
Ну, в общем, довольно неплохо, но очень сильно поменялись люди на Казантипе. Совершенно много новых лиц. Видно, что он помолодел, конечно, очень здорово. Но здесь по-прежнему все равно здорово. Море теплое, медуз нет, жуков тоже. Все круто, Казантип forever. Какой ужас! Ну, мы продолжаем дальше праздновать Новый год. Это танцпол Евро, Казантип. Казантип 2006. За пультом диджей Кириллов. Огромным счастьем, счастьем вагонами, счастья хватит нам всех. Мы находимся на танцполе Евро Казантип 2006. С нами находится рядом организатор или строитель, гастарбайтер этого танцпола Сергей Тепляков. Сережа, привет. Всем привет. Нравится тебе Казантип в этом году? Да, нравится. Ну, больше или хуже? Как бы тебе больше нравится или наоборот, не очень? Больше нравится или хуже? Чем прошлый. А я в прошлом году отдыхал, а в этом работаю. Отдыхать не работать, но, конечно, в этом году он отстроился, и те, кто здесь строит, те, кто сюда приходит работать, стараются реально сделать все вот получше, побольше, покачественнее, хоть это и тяжело дается, по себе знаю. А помимо работы, здесь еще как-то, наверное, отдыхаешь, развлекаешься, девочки, море и все остальное, да? Что из необычного тебе в этом году как-то встретилось? Есть такие какие-то случаи? Девочки, море и все остальное. Здрасте, как вас зовут? Лена. Леночка, скажите, пожалуйста, почему вы такая белая ворона среди вот этих загорелых? Потому что я только сегодня вырвалась из Москвы и приехала сюда загорать и покрываться шоколадом. Мы здесь уже буквально неделю. Какая погода в Москве? В Москве ужас, дожди. Надо сказать, что здесь царит жара, ни одной тучки на небе и очень-очень горячее, яркое солнце. Леночка, надолго сюда приехали? На месяц. А, то есть еще вы успеете загореть? Все впереди. А как себя чувствуете вы? Вот, комфортно по сравнению с такими загоревшими телами? Я просто знаю, что у меня все впереди, поэтому комфортно, все нормально. Просто веселая девочка, которую мы ловим буквально на танцполе. Зовут вас как? Меня зовут Екатерина. Катя, вы откуда? Из Севастополя. А как вам идея празднования Нового года вот летом, без снега, без вьюги? Вот как вообще? Ну как, по-казахски безумно. То есть начали празднование уже с утра. То есть вам нравится? Конечно же, мне все нравится. Даже 8 марта можно тоже отпраздновать. We'll be right back.
она главная именинница этого сегодняшнего нашего праздника, сегодняшнего беспредела, сегодняшнего бардака. Это красивая зеленая елка, которая на фоне вот этого всего песка и на фоне купальников смотрится более-менее нелепо, мне кажется, да? Мы подходим к ней и пытаемся узнать, что же здесь такое веселое на празднование происходит. Кострома, Кострома, государыня моя, Кострома. О, Костромушки, кисель, молоко, молоко. О, Костромушки, блядь, молоко. Буквально этот симпатичный молодой человек на фоне, опять же, нелепой елки зимой, да? Является участником группы «Иван Купала», да? Да. Я все правильно понял. Представьте, пожалуйста. Алексей. Алексей, вот как тебе само празднование Нового года летом? Вот летом, а? Летом. Великолепно. Начнем с того, что в современной русской мифологии Новый год приходился именно на лето, а не на зиму. Он приходил 1 сентября, а у нас сейчас 1 августа. То есть это практически то же самое. Ну, а кроме того, если учесть, что Новый год – это праздник, который бывает раз в году, и он самый главный, то очень хочется, чтобы он повторялся когда-то еще, чтобы не один день люди в году праздновали, а все-таки не было как можно больше. Что касается вашего личного творчества, уж так раз мы встретились, чем порадуете в ближайшее время ваших поклонников? Ну, я думаю, выйдет осенью или в новом году новый альбом, 3-й уже по счету номерной, и концертная деятельность тоже будет, поддержку этого тура будет. На этот раз поющие дедушки наконец-то, да, будут? Нет, нет. Нет, я что, думаю... что будет нового? Поющие бабушки. Единственное, что мы немножко сместили акцент, у нас теперь больше используется украинских голосов, украинских народных песен, потому что нам они понравились, они более мелодичные и более, на наш взгляд, больше подходят к этому стилю. Такой эксперимент. Желаем вам удачи и с Новым годом. Загадываем желание. Наше путешествие по пляжу Казантипа 2006 продолжается, и к нам на встречу попался Корней, фотограф сайта 44100. Ты здесь в командировке? Ну, в командировке, я просто отдыхаю. Ну, фотографии пойдут на этот сайт непременно, да? Да, конечно. Скажи, пожалуйста, а вот чье вот произведение у тебя надето на пояс? Ну, вот в смысле, что это за юбка такая? Это не юбка, это штаны, fisherman pants, это индийские штаны. Загорел? Нормально? Ну да, в общем, уже даже плечики болят. Здесь там все показывают линии бикини. У тебя есть какая-нибудь? Можешь показать? Линии бикини? Да. Ну, в общем, да, есть. Такой легкий градиент. А сколько ты уже находишься по времени? 6-й день. А так еще сколько планируешь здесь? Ну, либо еще, наверное, дней 5, а может, недельку. Нравится вообще тебе? Ну, в общем, да, но как-то скучновато. Не так, как раньше. Казантип превращаться начинает в более курортный, да, курортное место. Казантип начинает превращаться в ночную дискотеку очень хорошую. Очень качественную дискотеку.
Супер песенка, поэтому чтобы вам не слышно было сидеть. Достойно. Гашиш, тут весь. Ну, горит, конечно, не слышишь. Это горячий палочка. Паша, это палочка. Гашиш. Это горячий палочка. Кто будет гашиш? Где? Надо распять. Одна ночь на Казантипе 2006. Евротанцпол зажигают наши друзья. Только что прилетели на самолете и уже взорвали всех. Это Sweet DJs. Где Кириллов? Где Кириллов? Наш друг Кириллов на самом деле играет в данный город, в данный момент в городе Евпатория. Команда Sweet DJs не может себе позволить просто так сидеть на одном месте. Мы постоянно дарим радость и тепло людям. И как бы делимся своей энергетикой, так что до встречи на танцполе.
продолжаем разглядывать нижнее белье звезд. Плавки, это плавки. А плавки это не белье? Белья под ними нет. А, вот оно как. С нами Аркаша Эйр, привет. Да, я с давно, вами. Давно здесь? Давно ли я с вами? Давно на Казантипе? 22 июля. Ну, это буквально во время съемок, это он приехал позавчера. Еще беленький, буквально бледный. Приехал на какой срок? У меня есть линия бикини. Линия бикини есть уже. Так что загар идет своим ходом. Здравствуйте. Привет. Как вас зовут? А? Как зовут вас? Люся. Люся, вы давно на Казантипе? Очень. С 7-го. Ну, судя по очкам, да. Вам они очень идут, спасибо. Пожалуйста. А нравится? Нравится вообще Казантип? Уже поднадоело, ну да, вполне, ой. Сколько еще здесь собираетесь пробыть? До конца. До конца. Я думаю, к концу очки разрастятся прям до ваших прекрасных рюмочек. А есть? Рюмашки. Давайте узнаем у Люси, есть у нее линия бикини, загорела сильно или нет, покажи, пожалуйста, нам. На самом деле я не терял рассудок, я трезвый, и на этот Новый год у меня не двоится в глазах. Это у нас диджей Света, а это у нас диджей Свет, без А. Мы нашли друг друга, наконец-то, мы нашли друг друга. Да, они нашли друг друга. Открою маленький секрет, Света, набирая себя в Яндексе, периодически натыкалась на диджей Свет А, и всегда была недовольна, что это за диджей Свет такой вообще, и почему мальчик называется диджей Светом? Почему диджей Свет? Почему? Ну это тайна, это тайна. Это будет тайна, которая покрыта большим раком. Это в честь диджей Света или как-то? Конечно. Тайна покрыта большим слоем, толстым слоем кокаина. Ну так, не, перестаньте здесь агитировать на Новый год. Снега тогда уж. Диджей Свет, откуда ты родом? Магнитогорск. Магнитогорск Форева. Магнитогорск. У вас празднуют в Магнитогорске сейчас Новый год? Сейчас нет. У нас через полгода. Все у них неправильно, все у них набекрень, да. На самом деле. Далеко просто находится. Новый год празднуется только здесь. То есть 31-го Форева Казантип. На самом деле Казантип это законодатель моды в России, вы знаете, да? Конечно. Как вы думаете, лет через 5 будут молодежь, модные люди праздновать там, за пределами республики, это и оранжевый Новый год? Нет, думаю, нет. Думаю. То есть Новый год для всех, кто посетил Казантип, будет только здесь и нигде больше. Предлагаю поиграть в игру «Угадай покупальнику, кто есть кто». Давайте осмотрим этот пляж и попытаемся найти хоть одно знакомое лицо. Сделать это будет очень просто, потому как, например, справа от нас, вон там, купальники ярко
красно-зеленого салатового оттенка лежит никто иная, как сама диджей Света. Привет! Угу. Нравится тебе Казантип этого года? Очень. Что существенно отличается от прошлого? А в прошлом году Свет диджей с ней играли на всех танцполах сразу. В этом году такая шутка бытует. Прошлая неделя была неделя высокой моды, эта неделя – неделя. Свет диджей? Да. А еще что ты можешь отметить, как бы, отличий? Отметить? Уже нету жуков. И более уютно стало, правильно? Вполне. Всего хорошего тебе загара, мы двигаемся далее. Вот такие модельные штаны, шорты-юбка. От очень именитого дизайнера. Находится на Некто Лукасе. Привет. Привет. Как проходит твой отдых-работа? Нравится? Неплохо, да, местами. И из отличительных черт этого года, этот год как-то отличается от предыдущих чем-то для тебя лично? Ну, как-то мне, не знаю, даже поспокойней в одних моментах и повеселее в других. Ну, в целом, не знаю, не готов, в целом нравится, да, будем говорить так. Так, вот расскажи, пожалуйста, вот про что это? Это не трусы. Для тебя это является каким-то, я не знаю, ну, талисманчиком или чем-то еще таким? Хороший вопрос. Наверное, за костенелой привычкой уже просто. Как постепенно как привык. Как люди посторонние относятся вот к старику Хатабычу? Вот к этому? Ну, как, хотят исполнения желаний. Как еще?
Всем доброго дня, с вами Музыкальный Инстинкт, и я Виталий Громов. Мы на Казантипе. Завидуйте, завидуйте нам, те, кто не приехали сюда. Здесь очень здорово, здесь очень классно. Каждый день праздник, каждый день хорошая музыка, каждый день море, не менее прекрасные девушки в огромном количестве, а также юноши. Море, счастье и праздник. Сейчас здесь происходит небольшое событие. Я вот сейчас вижу огромные трусы с надписью «Счастье», кому же они достанутся. Узнаем чуть попозже и узнаем, как здесь люди отдыхают. Музыку, солнце, воду, песок и теплый ветер на Казантипе объединяет одно слово – счастье. В конце июля здесь самое теплое лето во всем свете. Пляж объединяет все и всех. Само место создает праздник тепла, любви и радости. С утра до вечера, находясь на пляже, можно зарядиться этой энергией до конца зимы. Ну а ночной Казантип взорвет сегодня известный немецкий проект «Hardflow». Девчонки, привет! Приветик! А вы откуда? Я из Днепропетровска, Симферополь. Отлично! Дружба народов на Казантипе! Что, девчонки, здесь происходит здесь сегодня? Здесь вообще веселье, это некий флешмоб. Вот, пособирались всякие фрики, и мы тусуемся. Отлично, смотри, бабочка! Ребята, это бабочка, настоящая бабочка. Вот такие они бывают, они даже говорят иногда. Да. И очень-очень симпатичные. Какие планы на вечер, где будете? Мы будем на «Медузе», здесь собирается великий казантипский народ, здесь он отдыхает, гуляет. И до конца жизни вам будут сниться оранжевые сны. Приходите, мы вас ждем. Рядом со мной гуру танц Let's Dance от диджея Града. Толян, скажи, пожалуйста, это обычная какая-то туса, либо что-то будет происходить здесь, как думаешь? Ну, это проходят съемки, потом, я думаю, это будет монтироваться в какой-то специальный фильм о Казантипе. Ну, это такая пляжная вечеринка. То есть не более того, потому что я смотрю, люди здесь, которые будут якобы сочетаться браком, но вроде же не здесь место для венчания. А, сегодня свадьба, да? Да. Ну, значит, мы сегодня музыканты на свадьбе. In November, back when we were in love, and every day was a day to remember, and we lived happily. Let me know why didn't we stay that way. I wish I could find my way back to love. I want to go back to the days in November, back when we
Итак, прямо сейчас я нахожусь в этих огромных трусах с надписью «Счастье». Боже мой, с кого они сняли такие размеры и вообще, кто носит такие трусы, как ты думаешь? Это счастливые трусы счастливого народа, который обитает в республике счастья просто. Отлично, а скажи, пожалуйста, как вот... Ой, люди, огромное счастье в огромных трусах с огромным ветром. Вообще, до вечера, как ты думаешь, доживут они или их порвут на... Куча маленьких счастья. Проживут много-много лет и потом станут раритетом и будут, может быть, в государственном музее храниться. Отлично. Пожелаем этим трусам настоящего счастья казантипского. Да, желаю всем счастья. Фрик Казантипа для всех, для вас. Точно. Я, хоть я, есть правая рука президента Никиты, ну, пожалуйста, я очень буду рад и счастливый, что вы придете и будете счастливыми и веселыми. Я желаю вам крепкого здоровья. Вы знаете, как говорил один поэт, пусть ветер шумит в проводах, пусть дует осенняя вьюга, пусть люди не забудут о нас, но мы не забудем друг друга никогда. Дай Бог вам здоровья и счастья. Желаю вам всего лучшего. Здоровья, крепкого. Ура! Специально для музыкального инстинкта от суперфрика Казантипа. Доброй ночи, всем привет, с вами Музыкальный Инстинкт, я Виталий Громов, и за моей спиной казантипский народ, который сегодня в ночь с 28 на 29 июля приветствует дуэт Hard Floor. Эти ребята сегодня жгут и являются фаворитами сегодняшней вечеринки. Прямо после их сета пообщаемся с ними, посмотрим, что они нам скажут. Приятной всем ночи, и смотрите, как это происходит на Казантипе. Двадцать июля на главной сцене Республики Казантип в рамках проекта Now and Wow с лайвом выступили легендарные немцы Hard Floor.
Когда-то все начиналось с их пластинки «Hard Trance Experience». Этот гимн рейв-культуры они выпустили в 92-м году. Сразу после выхода первого винила критики обратили внимание на перспективных немцев, ну а после выпуска еще нескольких их релизов окрестили техногигантами, достойными встать в один ряд с классиками жанра вроде «Sven Vat». Тем более, что пластинка «Hard Trance Experience» вышла 8-м номерным релизом на лейбле созвучным дуэту именем «Hard House», а впоследствии этот лейбл стал не менее легендарным, чем сам «Hard Flow». Именно на этом лейбле впоследствии выйдут практически все их треки. Центральный танцпол Республики Казантип подготавливали целый день к этому знаменательному выступлению. С часу ночи до самого утра теплый воздух танцпола разрезал лазерами и разрывал мощным звуком своих известных треков проект Hard Flow.
О, привет, парни! Добро пожаловать на Казантип. Вы что-нибудь слышали об этом мероприятии раньше? До этого момента абсолютно ничего. Все, правда, что ли? Правда. Как себя ощущаете? Какие люди, атмосфера? Ну, прокомментируйте как-нибудь. Прекрасные люди, отличная атмосфера. Фестиваль проходит не первый год, думаю, и не последний. Слушайте, ну вы несколько раз посещали Москву, а какая разница между людьми в Москве и на Казантипе? Ведь именно здесь публика со всего мира, со всех городов. Ну, трудно характеризовать, так как мы были всего три раза в Москве. А существуют ли какие-то различия в музыке и энергетике между европейскими опен-эйрами и Казантипом? Ну, атмосфера на всех фестивалях и таких масштабных рейвах одинакова, но видели мы что-то подобное, может быть, только в Германии. Казантип — замечательное место, интересная задумка. Думаю, если различия, то небольшие, но здесь очень круто. Парни, вот еще какой вопрос. Я тоже диджей, и мне интересно приезжать в различные города, чтобы поделиться с людьми своей музыкой. Здесь же около 50% москвичей, а остальные 50% — это публика из других стран и городов. Вы были в Москве и играли в небольших клубах по сравнению с масштабностью Казантипа. Конечно, люди ждут что-то новое, особенное. Я слышал много ваших прекрасных старых композиций во время выступления в клубах. Как вы думаете, что на данный момент стоит сегодня отыграть? Ну, мы включаем сет немного старых и несколько новых треков. Когда делаем национальное шоу в Германии, тогда играем практически новые композиции. А говоря о таких интернациональных проектах, то в большинстве исполняем классические треки, да и люди рады этому. Ребята, безумно рады знакомству с вами. До встречи, пока. Ну, мы тоже были рады видеть тебя, Старик. Надеюсь, скоро увидимся. Водах, пусть дует осенняя вьюга, пусть люди не забудут о нас, и мы не забудем друг друга.